Председатель правительства Галина Наданчикова посетила Нерюнгринский район. Премьер с коллегами осмотрела ряд объектов и провела совещание по вопросам развития района и ее поселков. Рассказывает Галина Якимчак. Галина Данчикова и правительственная делегация посетила строительные объекты в квартале Сосновый города Нерюнгри в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья и интернат для воспитанников республиканской футбольной школы, открытие которого запланировано буквально на ближайший месяц. А что вот у нас с результатами по футболу? Сейчас запустимся, начнем работать, и будет результат. Юрий Богданович, конечно, будет. Однако основной целью визита стало решение наболевших вопросов старейшего населенного пункта Нерюнгринского района – поселка Чульман. Средние общеобразовательные школы нуждаются в капитальном ремонте. Медицинское обслуживание тоже нуждается в поддержке. Помимо этого, Чульману просто необходим спортивный зал, которого данное поселение не имеет. Также Галина Данчикова посетила жилой дом, строительство которого затянулось на долгих 8 лет. И вот, наконец, близится его завершение. Уже к декабрю текущего года квартиры этого дома обзаведутся своими хозяевами. Ну, детской площадки нет, но придомовое благоустройство, асфальтирование, все как положено, будет сделано. На это деньги предусмотрены. В завершение визита в Чульманской администрации было проведено выездное заседание Президиума правительства на тему социально-экономического развития поселка. В результате был намечен план первоочередного действий, которые войдут в программу и будут приняты для реализации. Сегодня мы приняли решение о том, что будет разработана к середине 2017 года комплексная программа социально-экономического развития поселка Чульман. Она будет направлена прежде всего на обновление учреждений, зданий, учреждений социальной сферы. Будет направлена на ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. И, конечно же, будут приняты меры, которые направлены на улучшение качества жизни населения поселка Чульман. Таким образом, закончилась рабочая программа визита правительственной делегации в Нерюнгринский район. Первоочередные задачи определены, и первые результаты сегодняшней работы будут видны уже в 2017 году. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов. Специально для программы «День за днем».